Он Вадим Мусаев. Меня зовут Вадим Мусаев. Я финалист мира, чемпион России, мастер спорта международного класса. Не составит проблем выиграть. План. Пришел, увидел, победил. Ради победы я покажу лучшую свою форму в этом бою. Держи руки повыше и будь готов к хорошему бою. Итак, дамы и господа, напоминаю, это шестираундовый рейтинговый поединок в весовой категории до 72,6 килограмма. Боксеру в синем углу ринга 32 года. Его рост 175 сантиметров. Он из Магаса, Республика Ингушетия. Профессиональный боксер с колоссальным опытом. Приходя на хардкор, он ставит себе цель удачно продемонстрировать свой многолетний багаж в ринге. Дамы и господа, приветствуйте Зураб Чаниев! Его сопернику в красном углу ринга 32 года. Он заслуженный мастер спорта и представляет Каспийск, Республику Дагестан. Он чемпион России, серебряный призер чемпионата мира с безупречным рекордом. 6 боев, 6 побед. Дамы и господа, по прозвищу Хитман, Вадим Мусаев. Рефери боя Ираклий Малазония. Боксеры на середину. Соблюдайте правила, внимательно слушайте мои команды. Пожмите руки. Удачи по углам. Бокс. Давайте, друзья, согласимся, что регалии Вадима Мусаева, конечно, не могут не впечатлять, да? К нам на хардкор-боксинг приехал чемпион России 21-го года, финалист чемпионата мира 21-го года в Белграде. Было, кстати говоря, на том соревновании. Помню, как Вадим в полуфинале побеждал своего оппонента. И в финале, к сожалению, ему тогда немножко не хватило. Давно следил за Вадимом, за его боями. Вот, очень, очень серьезный боксер. Я думаю, быстро закончится этот поединок. Слушай, ну Зураб Чаниев тоже, исходя из его статистики, провел по профессионалам больше 10 поединков, там рекорд 5-5-1. Соглашусь, да, что на бумаге, наверное, у регалии Вадима Мусаева его опыт перевешивают, да, но я не думаю, что Зураб Чаниев должен быть какой-то легкой прогулкой. Я ошибался. 3-4. Афик только 5. Недавно сказал. 6. Как недавно? В первом бою сказал, что вот-вот 8, будет нокаут, да, нокдаун, 9, так сразу получаете. И вот, вот сейчас снова Афик. Один зрячий удар. Глядел, да. Может, тебе надо задуматься, реально, там, не знаю, телеграм-канал открыть и, там, не знаю, ребят, вставьте моменте, успейте сделать это. Хотя, наверное, это нельзя, грех, да? Нельзя, да, нельзя, не буду. Ну, просто хорошо не ставить, а просто делиться впечатлениями, знаешь, этот... Ну, аналитика такая профессиональная. Ну, действительно, друзья, факт остается фактом, да, второй поединок. Во второй раз Афи говорит, что бой не продлится долго. В моменте поединок заканчивается. Да, и смотрите, получается второй бой, второе завершение в первом раунде. Вадима Мусаева мы даже толком-то и представить не сумели, как он быстренько-быстренько закончил бой в свою пользу. Но мы переходим к объявлению и к интервью неуставших боксеров.